Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же не подхватить вирус на вашем iPhone или iPad. Пожалуй, начнем с того, что есть всего три фактора, как может подхватить вирус, и я к этому сейчас подойду. Первое, хочется сказать то, что система iOS сделана так, что здесь не нужен никаких антивирусов, ничего, система не глючная, она стабильная, очень быстро работает, без всяких нареканий, по сути. Но есть, конечно, для всех устройств вредоносные сайты, это контент 18+, всякие порно там и тому подобное. То есть первое, это что не нужно делать, это смотреть порно. Вот, и тогда ваше устройство не будет лагать, будет нормально работать, никаких вирусников, вы даже не думайте об этом, вот. Но если же вы надумаете смотреть, то лучше смотрите через сторонние браузеры, а не через браузер Safari. Браузер Safari используйте для нормального контента, используйте сторонний, вот, допустим, Puffin, он сам по себе быстрый. То есть и встроенный VPN, по сути, вы можете лазить как ВКонтакте, так и где-либо на других сайтах. Он очень удобный, классный, быстрый в использовании. То есть это был второй фактор. Третий вариант, это не ставьте jailbreak. Jailbreak сам по себе не всегда уживается с телефоном. То есть либо же сначала телефон становится кирпичом, либо же потом со временем может превратиться в кирпич. То есть что я этим имею в виду, это зависнет на яблоке, вечная перезагрузка или на шнурке iTunes. Вот. Эти три вот фишки соблюдайте, то есть не смотрите ограниченный контент 18+, имеется в виду порно, на сторонних источниках, особенно в браузере Safari. Если будете смотреть, то смотрите на сторонних браузерах, то есть, скажем, скачивайте, там уже смотрите. То есть он будет принимать удар на себя, а не в целом на саму систему. И также не ставьте jailbreak. Я думаю, это уже давно в прошлом, кто их вообще сейчас использует. То есть такое, не думаю, что это столь важно. Вот, в принципе, и все. И вам не нужно никаких антивирусов, забудьте об этом. Телефоны классно работают, планшеты, именно iOS устройства от компании Apple. Что касается Android, конечно, этого не могу сказать, к сожалению. Там много других нюансов, но не об этом. Вот, в принципе, и все. Если вам понравилось видео, оценивайте уже своими пальцами, как вам там понравилось. Нет, оставляйте комментарии, для меня это важно. Прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать на мои новые видео. И также не забывайте подписываться на мои соцсети ВК, Инстаграм. Будут ссылки закреплены в комментарии под видео. Всем пока.